Телеканал «Дождь» вернулся в пакеты некоторых телевизионных операторов. Это, в частности, НТВ+, и столичный Ростелеком. Также о возвращении в кабельные сети «Дождь» сообщают и некоторые региональные компании. Пока неизвестно, как поступит группа компаний «Акада», которая обслуживает в том числе и московский регион. Ранее руководство компании заявляло, что усомнилось в целесообразности дальнейшего использования лицензии. В качестве причины было названо изменение концепции «Дождя» в последнее время. Нападки на «Дождь» начались после размещения на сайте телеканала опроса про блокадный Ленинград. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что «Дождь» перешел все грани допустимого.